Вот так в этом году выглядит знаменитое тюльпановое поле в японском городе Сакура. Сотрудники парка срезали более 100 тысяч цветов, чтобы они не привлекали своей красотой местных жителей. В выходные тюльпаны были в полном цвету, и в парке собралось много людей. Это превратилось в массовое собрание, поэтому у нас не осталось выбора, кроме как срезать цветы. 7 апреля премьер-министр Японии объявил чрезвычайное положение в Токио и 6 префектурах, включая префектуру Тиба, где находится Сакура. После этого городские власти отменили ежегодный фестиваль тюльпанов. Теперь жители Сакуры не увидят и самих цветов. Плохо, настроение у меня упало. Особенно грустно видеть это поле. Срезанные цветы передали детскому садику, который находится поблизости. Тюльпановое поле в Сакуре занимает 7 тысяч квадратных метров. Каждый год в апреле полюбоваться цветами приходили более 10 тысяч человек.